Вы смотрите телевизионный проект «Большие города». Каждый раз, отправляясь в новое путешествие по нашей необъятной стране, мы знакомимся не только с историей, достопримечательностями и градообразующими предприятиями, но главное — с людьми, которые каждый день вносят свой вклад в развитие нашей Родины. Сегодня мы познакомимся с одним из самых известных людей республики. Каиргельде Кабылдин по праву считается генералом нефтяной отрасли Казахстана. Человек-легенда, который стоял у истоков разработки практически всех месторождений страны. Его вклад в развитие промышленности неоценим. Именно Каиргельде Кабылдина называют отцом крупного международного нефтетранспортного проекта Каспийского трубопроводного консорциума. Так получилось судьбой, что, значит, не выходец из нефтяных краев, я стал, как говорится, нефтяником. Потому что это была очень интересная работа. Это была работа, которая, ну, такая, будем говорить, на заре нашей независимости Казахстана, имела стратегический приоритет по отношению к другим отраслям. И, безусловно, потом я, когда возглавлял национальную компанию «Казмунайгаз», значит, я большое внимание уделял именно развитию, будем говорить, объектов, которые были связаны с нефтяной отраслью Павлодарии. Став известным гражданином страны, гордо называя себя казахстанцем, Каиргельде Максутович не забывает и о своей малой родине. С теплотой вспоминает ту землю, что дала ему жизнь. Наш герой родился в Павлодарской области в небольшом городке Ермак, ныне именуемый Аксу. Вырос в областном центре. Обращая взгляд в прошлое, в детские годы, на родную улицу Абая, дом 151, где он жил по соседству с Даниалом Ахметовым, Сериком Кунакбаевым, поэтом Бахыджаном Конопьяновым, он с улыбкой на лице рассказывает о том, как они еще мальчишками ходили рыбачить на Иртыш, гуляли в парках, катались на велосипедах, дружили районами и участвовали в соревнованиях по футболу. Безусловно, Павлодар, как вы знаете, малая родина, Туванжер. Мы радуемся всегда развитию области в целом. Оказывали поддержку в открытии там крупных культурных знаковых событий, в создании спортивных центров, Ледовый дворец, школа бокса. Одним словом, что было возможно, мы всегда делали для своей малой родины. И сегодня я рад, что, значит, Павлодаре об этом помнят. Ну а мы отправляемся в путь, чтобы узнать побольше о земляках Каиргельде Максутовича, который, как и он, вносит вклад в развитие своей малой родины. Первый населенный пункт, отмеченный на нашем маршруте, стал административный центр Павлодарской области. Город Павлодар находится в 450 километрах к северо-востоку от Астаны. Сегодня это один из крупнейших индустриально-промышленных центров Казахстана. Здесь расположены Экибастузский топливно-энергетический комплекс, нефтеперерабатывающий, ферросплавный и алюминиевый заводы, которые на сегодняшний день являются большой составляющей устойчивого экономического развития страны. По пути в Павлодар мы не могли упустить возможность своими глазами увидеть крупнейший в Центральной Азии мост, который соединяет города Аксу и Павлодар. Мостовой переход через реку Иртыш составляет более 12 километров, из них 426 метров – это арочный мост. Его пропускная способность – 10 тысяч автомобилей в сутки. Сегодня новая дорога позволила сократить путь автотранспорта более чем на 40 километров, что, несомненно, будет способствовать развитию города Аксу по программе «Моногородов». Заехав в Павлодар, мы, как говорится, попали с корабля на бал. В эти дни как раз проходил ежегодный этнофестиваль «Олы-Дала-Елі» в рамках реализации программной статьи Елбасы «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» и 25-летие возвращения соотечественников из-за рубежа на родину. На левом берегу реки Иртыш, справа от Астанинской трассы, где, как говорят, в давние времена останавливались караваны, располагались зимние резиденции казахских султанов, мы заметили большую территорию этноаула, состоящую из 115 белоснежных юрт и 6 тематических зон.
Наши предки, съезжавшиеся со всех концов степи на большие праздники или курултаи, по достоинству оценили бы своих потомков, которые, подобно им, собрались сегодня со всех регионов Павлодарской области на этнофестивале Улы-Долаеле. На фестивале любой желающий мог окунуться в культуру и быт древних казахов, посмотреть, как раньше наши бабушки пряли пряжу, мололи пшеницу, сепарировали молоко или взбивали масло. Современные дети в игровой форме знакомились с обрядами и обычаями своих предков. Но, пожалуй, самыми популярными были национальные игры – кокпар, казахша курес, асы койндары, тенге алу, алтыбакан, аударыспак, тас көтеру. Невозможно представить ни один казахский праздник без юрт, лошадей, угощений, богатого стола. Ну и мы сегодня решили прокатиться на таком красавце, который сегодня будет участвовать в байге. Как его зовут? Кокдаул. Кокдаул. Посмотрим, выиграет или нет. По словам организаторов, за два дня этнофестиваль Улы-Долаеле посетило рекордное количество гостей – 70 тысяч человек, которые приехали не только из Казахстана, но и Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, России и Китая, которые с большим интересом разглядывали на ярмарке у местных мастеров национальные предметы быта. Я это не считаю для себя доходом, я это считаю мое хобби. А еще я пропагандирую своим хобби молодежи, что они не забывали свои национальные традиции, чтобы они развивали дальше национальные традиции. Многих гостей привлекали специальные фотозоны, где можно было сделать снимок на память в национальном костюме или образе сказочного героя. А также 10-метровая домбра из цветов. Но, пожалуй, лучшим подарком для участников этнофестиваля стали мастер-классы по приготовлению казахских национальных блюд. Сейчас мы находимся у юрты села Павлодарское, где сегодня будет угощать пловом, бахчевыми культурами, которые выращивают в этом селе. Это и арбузы, и кабачки, и, конечно же, огурцы. 600 теплиц сегодня там находится. А я сейчас готовлю дровишки для костра, чтобы сделать вкусный плов. Но я так хорошо колола дрова, что мои поленья пригодились и другим юртам. Ну вот и наши дрова. Сейчас я подброшу пару полен в наш ошак. Оп. И будем готовить главное блюдо – бешбармак. Конечно, нас пригласили к дастархану, где мы отведали изысканные угощения нашей богатой национальной кухни. Ну а после вкусного обеда мы отправились дальше изучать местность. Как вы думаете, для чего мне нужен этот тюк? Он сейчас будет играть роль своего рода пуфика под открытым небом. Сейчас буду смотреть концерт. Оп! Я считаю, любовь к земле начинается вот именно с таких праздников. Вот, в принципе, этноаул создан для чего? Для того, чтобы показать культуру нашего народа, многонационального. Дети покатались на лошадях, попробовали национальное блюдо, посмотрели концерт, айтыс, соревнования различные. Вот в этом и заключается наше единство. И когда казахстанский народ, он един, вот, получается многонациональный, развивается культура каждого народа. С культуры народа начинается вот любовь к родине, я считаю. Сегодня на примере прошедшего этнофестиваля мы можем убедиться в том, что подобные мероприятия у нас проходят все чаще и чаще. А это, согласитесь, не может не радовать. Ну а мы отправляемся дальше в путь. Изучать Павлодарскую область и знакомиться с людьми, которые каждый день вносят вклад в развитие своей малой родины. Это была программа «Большие города». Увидимся с вами через неделю.